бывший спортсмен. Бывший спортсмен, футболист, что ли? Нет. А кто? Сейчас спортом занимаюсь. А что, ну у тебя наушники, у тебя как бы все по-взрослому. Так, господи, я тебе говорю, этим наушникам уже лет 7 или 6. А что делаешь-то? Каким спортом? Не, ну спортом каким? Раньше мотокросс был, потом по деньгам не сложилось, сейчас перешел на кросс-кантри вело, либо эндуро вело. Это типа МТБ, да? МТБ кросс-кантри? Вели такой крутой. Кросс-кантри, да, а вот эндуро это уже идет под вес. А, я понял. А ты из Москвы? Нет, Ростов. Ростов. Ну и там занимаешься, да, получается? Ну, а где еще? А сколько тебе лет? 17. Ну все впереди еще. Молодец. Не бросай только. Нормальный движ. Да, я не собираюсь. Мне это затянуло так, что я теперь без экстрима жить не могу. А сколько лет этим занимаешься? Мотокроссом я занимался 2 года. На велике я уже где-то 3 года пошу. Нормально. Я все время хотел на мотоцикле научиться, но что-то никак. Не, советую, кстати. Только лучше по бездорожью. Не, я хотел именно спортбайк, понял, такой стилёк. Не советую. Не твое. Не советую, не твое. Нет, серьезно, тебе лучше вот мотокросс для начала. Первые пару лет покатайся на мотокроссе, потом выезжай на дорогу. Ну да. Ну ладно. Иначе ты просто будешь чувствовать мультик. Ну да. Ладно, я пойду дальше. Удачи. Давай. Удачи. Бригада. Угу. Здорово, братва, как жизнь? Че в обнимку? Здорово. Да хорошо, потихонечку. Пишем биты, делаем музыку. Мы с кошками на блоке зажигаем. Угу. А вы? Ты? Je parle français? Да. Понял. Привет, любимая. Привет. Я тебя ждал годами. Я тебя люблю. А ты где живешь? В Рязани. А я в Рязани. А в Рязани знаешь что? Угадай. В Рязани грибы с глазами. Их едят, а они глядят. О, это Сергей Лазарев, да? Александр Михайлович, да? Старичок, нет, ёпта. Остынь. А ну давай, спой что-нибудь, спой. Да брось ты это. Пьяный, что ли? Облизываешь, да? Не-не-не. Тренируешься. Ты болеешь, походу. А, старичок? Ты болеешь? Хочешь, я тебе это, мозги покажу свои, хочешь? А где они у тебя, брат? Да, пошел. Ладно, мы пошутили. Откуда ключ? Да я с Питера. Чё, а там карантин до какого числа у вас? Ну, у нас до первого. Чтоб ты сдох нахуй. Ха-ха, лох. Чатовый вред. Е-е-е-е. Здорово, бро. Здорово. Узнал? Я узнал. Как меня звать? Канал, напомни. Хорош. Влад Широков. Влад Широков? Да, сейчас напишу, хочешь? Расскажи себе, старичок. Вот, оп, мой канал. Подписка, все дела. По-взрослому, сделай красиво. Сам понимаешь. Все, конечно. От души. Ты музыкой занимаешься? Конечно. Сам из Питера тоже, как я, да? Не-не, я не из Питера, я короче, живу, ну, далековато от Питера. А, из Москвы? Ну, я практически от Москвы живу в 1000 километров. А, очень далеко. Калининград, знаешь, нет? Не-не.
Бля, ну Кучеряск, близ Калининграда. А, я понял. В Европе был? Вот, такая. Не-не-не. Коронавирус, куда? Не хочешь? Коронавирус. Ну, а потом, потом. А потом суп с котом, правильно? Ну да, в принципе, тебе 25 лет, да? 26, бро. Откуда знаешь? А, вообще? Ты уже пробил? Ну, я по себе понимаю, короче, там программа чат рулетки типа Финского. Здорово, братик. Здорово. Как тебе вот эта вот капуста? Реально. Блять, братан, я такую капусту каждый день вижу. Серьезно? Ты что, тоже заряженный? Да. Слышал, Влад? Слышишь, Влад Широков? У нас, короче, тут есть типа... Вопрос? Ну, селебрити. Я селебрити. Да, точно. Не услышал. Так. Старичок, что там? Давай, слышишь? А вот можешь мне сказать, сколько ютуберы получают? Бля, куча бабок. Ну, миллион в месяц получают. Ну, миллион в месяц. Вот, допустим, сколько ты получаешь? Я ничего, ноль. У меня мало подписчиков, ты видел? Да, я даже стримить не могу. Ну да. Бля, ну ты хуя, ну по-разному. Да. Все по-разному, знаешь. Ну кто как. Ну надо много просмотров. Ну просто знаешь, типа говорят, что ютуберы получают, типа за миллион просмотров, 8 тысяч евро. Нет, 30 тысяч, 29 тысяч получают за миллион. Ну они же снимают видосы, понял? На это обычно тратится намного больше. Да, да, вот типа миллион просмотров будет, и говорят, типа 8 тысяч или 8 9 тысяч получать для этого. Не, 29 тысяч. Слышь, а у тебя, конечно, а у ВКонтакте вообще четкая. Да? От души. Я там девочек снимаю, видишь? Кошки там. Писечек. Красавчик, правильно делаешь. Да, сладкие письки. Я вот хочу, короче, раскрутить канал, но мне нужны сладкие письки. Я буду их снимать, и пойдет движ. Как считаешь, правильная методика? В принципе, все правильно. Но нужны сладкие письки. Нужны сладкие письки, кошечки прям. Пизденки такие молодые, правильно? Че, каждый день идешь? Не, а мне хуй не стоит, бро. Да как так, чего? А зачем? Я же блогер. Ну и че, все равно, чего убивать нужно? Не, нам это не надо, бро. Честно. Да нет, в принципе. Да у нас бабок пиздец. Чувак, я тебе сейчас покажу, секунду. Давай. Ты понял, да? Ты понял, кто в доме хозяин? Сильно? Скажи. Короче, есть вопрос. Есть вопрос важный. Шутки шутками. А Паша техник дома. Короче, есть такой исполнитель, как Фараон. Как тебе последний альбом? Именно последний альбом мне не очень зашел, только песня без ключа на маленькая, более-менее. А слушаешь вот Джибуду? Я слушаю. А, хорош. А Бульвар Депо слушаешь? Я слушаю. Кащенко, Вайт Трэш. Белый снег, белый упор. Да, это самый крутой трек. Ну ладно, я полистаю дальше. Пацаны, вам удачи. Я тебе программу написал, с чем можете заняться. Не понял. Знает. Куда подписал? Ну, короче, смотри, тебе программу написали, типа, как называется, вот, как через эту хуйню мы пробиваем всех. Или чё? А чё мне пробивать? Просто Влад Широков вводишь, и в гугле, и я везде... Нет, там мы знали, вот просто делать нечего будет, зайди в программу, и всё. А чё это? А программа для пробивания. Ну, просто... Не, мне это не надо, бро. Я просто лучше писик покадрю и полежу им пизду. А, ну ладно, уже давай. Давай. Йоу-йоу-йоу! Привет, доча! Как жизнь? Ты блогер? Да, известный. Смотри, у меня есть бабки. И что? Ну сколько это? 200 рублей. Вот так вот. Не имей 200 рублей, и имей 200 друзей. Я пойду дальше. От души. Приветик. Как тебя зовут? А? Зина, ты? А ты с подружкой? Я тебе сейчас покажу. Ты с братом, с сыном?
Ты с сыном? Брат. А, смотри, мне здесь... Круто? Ладно, я пойду дальше. Удачи. Привет. Приветик. Йоу-йоу, старики. Привет. Привет. Че, будем целоваться в губы? Нет, только в щечку. Только в щечку? А сколько тебе лет? Так раз не целую. Не слышу. Йоу! Понял тебя. Здорово, чувак, ты попал. Здорово, старичок. Как жизнь? Да, потихоньку тебя как. Да, потихоньку тоже пишу биты, пишу рэпчик, как всегда. Реально, продвигаю свой канал на Ютубе. И ебу, сучка. Облизуем жопу, письку, сам понимаешь. Ну, такое тоже не надо делать. Почему? Кто-то пацан. Да, пацанское дело это отсосать хуй. И вырезать пизденку. Скажи. Да, нет. А что пацанское? Что пацанское дело для тебя? Да, не знаю. Сам еще не решился. Ну ладно, бро, решайся, я пойду дальше. Давай на канал на твой подпишусь. Давай, я Влад Широков. Давай. Сейчас я тебе напишу. О. Это я. Я подписочку сразу оформлю. Давай, бро. Я пошел, киск найду. Давай, удачи тебе. Сиськастых, давай. Здорово. Как жизнь? Я понял тебя. Вы че в обнимку? Сколько вернулся? Да, вы чё в обнимку опять? Хотя, да. Пацаны. Давай, я-то. Говори. Скриптонит, это ты? Говори. Скриптонит, ты? Музыка, скриптонит, это ты, брат? А, давай. Извини. Ебать.